И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Даниил. И мы сегодня посмотрим игрушку Alekhine's Gun. По-моему, так читается. В общем, это такой стелс-экшен. На него случайно наткнулся на видео геймплея. Ну, вроде так ничего показалось. Тем более, что я люблю стелс-экшены. А их в последнее время очень-очень-очень мало. Вот только Hitman вышел. Да и все, в принципе, больше ничего и не было такого. В общем, сейчас посмотрим, не знаю, может будет прохождение, либо на стримах его пройдем. Ну, в общем, посмотрим, как пойдет. Я уже немножко посмотрел, но игрушка вылетела, запись прервалась, поэтому начинаю опять новую игру. Сложность нормальная. Посмотрим сюжетный ролик. Ноябрь 63-го года. Я так полагаю, Америка. President Kennedy was shot today. Читать не буду, потому что судья древина. An hour later, my family was murdered. I have nothing left. No future to live for. Those who shook my hands and swore on the Constitution to defend our country betrayed us all. 23 years in the CIA, and this is where I end up. What kind of man fails to protect his wife and son? I'm so sorry, Sean. And you, Barbara? There's no sense in asking for forgiveness. There's no sense in imagining what I could have done differently. Такой тягомотная камера так движется так. Not so long ago I was asked about how this story began. And I remembered not the Caribbean crisis, not the hydrogen bomb, not even the conference in Yalta that divided the world in two. Everything started much earlier for me. In 1943, I received a mission from HQ. I had to infiltrate the Bergenes fortress in Norway. I first met Vincent Rambaldi there, in Bergen. That was where everything started. Русский он или не русский, хер пойми вообще. Ну, акцент, он говорит с акцентом, то есть хер пойми. Ладно, сейчас будем разбираться. Так, Берген, Норвегия, сентябрь 43-го. То бишь Вторая мировая. Так, что там, проникнуть в замок, уничтожить какого-то мужика, уничтожить пленку. Уничтожить другого мужика. В общем, если интересно, вот так вот, короче, сделаю. Так вот, на паузе почитайте. Я просто это уже читал, поэтому... Второй раз не хочу. Вот так вот. Все, нажимаем продолжить. Так, оружие. С глушителем хоть бы хоть дали что-нибудь. Ну ладно, что у нас? Хлороформ, удавка, токарев и боевой нож. Поехали. Сейчас он предложит обучение, но я откажусь, потому что я уже знаю, как играть. В принципе, ничего сложного. Нет, мы пойдем. Так, давай, короче. Спали вообще так. Oh,
Никто ничего не видит. Как обычно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спалился. Короче, нас сразу взяли, что у нас экшен. Вообще, короче, чисто стелс. О, нихера. Так, понял, короче, так делать не нужно. Это была демонстрация, как не нужно играть. Стелс-экшены. Ладно, пойдем. Так. Ну, вообще, короче, беспалевный такой тип. Пойдем. Как ни в чем не бывало. Господи, что у тебя с лицом? Здравствуйте. В общем, когда восклицательный знак, это меня в чем-то подозревают. А? Хотя нет, пойдем сюда. Здорово, здорово. Здрасте. Здрасте, здрасте. Так, а мне вообще нужно куда-то сюда, вот. Так, а где мне тебя спрятать? Колодец. Кувалда. Verdammt! Ой-ой. Бежим. Надеюсь, сверху по мне стрелять не начнут. Вообще, короче, беспалево так.
нормально. Почему я это сделал? Я сейчас объясню, потому что туда ходит гулять тот самый пассажир, которого нам нужно убить. Вот этот пассажир. Гэтли. Стоп! Заншизи! За ним никто, собственно, и не... Zutritt verboten. Чего такое? Ладно, ладно, ухожу. Halt! Hier darf man nicht lang. Нельзя, говорит. Да, все, все, ухожу, что ты? Ладно. Чего вы пыритесь на меня? Его, конечно, можно убить сверху как-нибудь. Сейчас попробуем. Здравствуйте. Бля, я не сюда пришел. А не сюда, все правильно. Hier dürfen sich nur Offiziere aufhalten. Ладно, ладно, не нервничай. Для офицеров, то для офицеров. Ой, ну и все тогда, короче, он там выходит, мы просто туда пойдем сейчас. И там его подождем. А? Чего ты нервничаешь? Спокойно. Так. Все, просто подождем его тут. Тут, по идее, сюда не палят никак. Поэтому нормально. Конечно, кувалда его забить. Но, по-моему, это будет слишком жестоко. Лучше задушим его, как обычно. Так, ну он, походу, идет сюда. Ну и рожу тебе, Шарапов. Здравствуй, Дедушка Мороз. Отлично доходит, что ли? Без палева. Переоденемся. Так, наверное, надо. Так, а где?
хотите сбросить? Да что ты делаешь, дурюка? Как его выкинуть? Ну ладно, надеюсь, это не вызовет никаких подозрений. Что... Офицер сходит с МП-40. Смотри, как... Ну ладно, пойдем. Так. Теперь что у нас получается? Уничтожить Ганса. Он где-то наверху. А, все где-то наверху у нас получилось. Ну пойдем. Всякие. Что-то подозревается. Вы, главное, во двор не выходите, и все нормально будет. Только там меня не пропускали. Здорово. Хайль Гитлер! Хайль. Фух, так. Что у нас тут? А ничего у нас, походу, тут нет. Ага. Так, что там, пропуск в тюрьму? Заберем. Не знаю зачем пока, но... Видимо, пригодится. Укрытие, укрытие. Так, продолжим. Так, значит, мы взяли ключ от какой-то тюрьмы, я, насколько я помню. Так, здесь что, у нас сейф какой-то, нет? Нет, нет, так, валим, так, тогда валим. Что, нужно убить какого-то, ну, подожди, где выход-то? А, вот, что-то потерялся. Ну, подожди, тут что-то мне. Свет. Ладно, пойдем. Так. Значит, два. Это цель вон там находится, да, получается? Подожди, это какая цель? Так, этот выше находится, а пленка на этом этаже. Понятно. Ну, пойдем. А? Чё орёшь? Я вышел обратно, получается. Ага, получается, она выше находится. Нет, не выше, она здесь находится. Какого хрена? Так, где-то. Хайль Гитлер! Господи, что ты орешь так? Хайль Гитлер. Тоже Хайль Гитлер? Сюда. Так, нет, а вниз мы спустимся. И почитаем еще раз. Так, в соответствии с распоряжением куратора, результаты допроса захвачены, проверены, зафиксированы на магнитной пленке, весь архив имеющийся распоряжение эффектного необходимо уничтожить. Может, все-таки у него в кабинете как-то находится? Хайль Гитлер! Да ты хорош орать. Так, как мы его уничтожим?
Так, что делать? Понимаю, как это делается. Накрутил я этот сейф. В общем, надо крутить. Короче, это очень долго это. Но, в принципе, я спрашиваю, поэтому открываем. Так, уничтожить пленку. Отлично, уничтожу. Я тоже заберем. Закрываем сейф. Так. Ну и все, в принципе, нам надо осталось убить этого мужика второго и ливнуть отсюда. Хорошему. Так, а здесь можно сохраниться? Во, давай. Отлично. А? Чё ты орёшь? Так, ладно, это хорошо. А где тут лестница наверх? Наверное, где-то там. Так, вот какая-то библиотека. Не знаю. Так. Здесь что у нас? Ничего. Какие-то олени везде. Так, ладно, по-моему, надо сюда. Так. А, здесь ничего нет. Окей. Я могу спрыгнуть? Ай, что такое? Ладно. Здрасте. А здесь что за дверь? Чё ты пыришься на меня? А ты как, далеко пошёл? В принципе, я сохранился, давай попробуем. Нет. О! Спуск вниз.
Ну ладно. Можно и так. Господи. А? Чё ты орёшь? Так, это что у нас? Так, это выход на улицу. Ага. Так, а как мне вообще... Как мне выше подняться? Что-то я не понимаю. Просто я не вижу лестницу наверх. Да, господи, что ты орёшь постоянно так? Хайль Гитлер. И здесь ничего нет. Может, не наверху, а внизу где-то? Может, теперь это я выше цели нахожусь? Опаньки. А ты кто такой? When everyone keeps talking about... Боже, что со звуком? You're the Russian. The one no one talks about. And I was told the Russians were interested in Heinrich. Look, maybe we can work something out. Looks like you're the only one who needs help here. To hell with this. You just let me out of here. Be more specific. Documents. Heinrich was working on the serum. It's all in the folder. Formulas. Hurry up. Hey. You wouldn't happen to have any cigarette in you, would you? That's on you, would you? Ask the Germans. Понятно. Покинуть место Сарамбальди. Так, ладно, это мы потом сделаем, но мне надо убить чувака еще одного, как бы. Ой, что за лестница? Полезли. Ну, чисто проверим. Так, я вышел на улицу. Ладно, это все хорошо, конечно, но, блин. Как мне попасть наверх? Здрасте. Хайль Гитлер! Да, господи. Всем Хайль Гитлер уже запарили. Хайль Гитлер! Да, угомонись, окаянный. Так, может здесь какая-нибудь есть дверка? А, не было тут ничего, я помню. Блин, а как же мне забраться наверх? Так, это я помню на улицу, а это куда? Хайль Гитлер! Обратно верну. Что-то я непонятно. Так, вы понятно, что замок не двухэтажный, а трехэтажный, но где лестница, я чуть не могу понять. А? Казалось бы, так, здесь кабинет, понятно.
Здесь я не помню, что. Это лестница вниз. Очень странно, очень странно. Здесь тоже нет никакой лестницы. Укрытие. Нет, нет, не нужно укрытие. Дорогу не подскажете? Тупняк какой-то. Ой, господи. Чуть поумнее придумай. Не так, а? Так, что-то ни хера не пойму, как подняться, короче, на третий этаж. Давайте мы вот так сделаем, сохранимся. Еще раз. В общем, не знаю, может, будем проходить, не будем. Я подумаю еще. В общем, вот такая была серия. Вроде такой интересный стелс экшен, немножко кривенький, но в целом интересно. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш Twitch канал. Все ссылочки будут в описании к видео. А на этом все. С вами был Даниил. Всего хорошего и всем пока.